Тр-тр-тр, погнали! Приветствую всех, кто зашел на мой канал, с вами Турбо Ёж, продолжаем мы играть в Растик, сервак называется здесь есть раз, все ссылки в описании, заходите, играйте. В общем, пошел я на рейд, но до этого я нашел пару домиков. В одном домике фундамент уже подгнил, там где-то 50 хп, а во втором шкаф можно воткнуть с одной стороны. Ну, сихи я взял на всякий случай, шкаф сделал, патрошки разрывные зарядил в пулемет свой любимый. Ну что, погнали. Дом находится у нас на горе, опять же, вот. Значит, первый дом у нас. 56 хп у фундамента. Сейчас я попробую его вынести. А следующий вон там, вон, прям на горе. Там перепад, кстати, и можно в шкаф воткнуть. Что, давайте подломим фундамент. Попробую я пролезть. Надеюсь, патронов хватит. Да, должно хватить. Черт побери. Близко находился. ХП чуть не отнялось. Был на грани. Что-то горит, может, нет? 50 патронов. Перезарядимся пока что. И подождем. А нет, потухло. Что, давайте добью. Надеюсь, какие-нибудь ресурсы есть. Но это минимум затрат. В принципе. Welcome. О, здравствуйте. Здравствуйте. Стройка запрещена. А где же? А, шкаф вот здесь вот, наверное, спрятан. Посмотрим. Даня. Ник пустой. Шлепнем. Проверим печечки. Пустые. 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 Блин. Неужели ничего нету? Пустая хата. Твою мать. Нет ничего. Ладушки, погнали к следующему дому. Вон он наверху там, на уступе стоит. Там сбоку я посмотрел, можно шкаф воткнуть. В принципе, попробую заремовить. Сихи есть. Если что, придется использовать сишки. Пока перезаряжусь. В округе вроде никого. Стараюсь это все побыстрее сделать, чтобы никто не положил сзади. А то могут ребята бравые прибежать. И ежика завалить. Ой. 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 Нет. Только не вниз. No, please, no. Вот паскуда. Свалился. Черт побери. Давай. Слушайте, я скалолаз. Гляньте-ка, даже не падаю. Попробую здесь забраться. Слишком тяжелый пулемет свешивает меня вниз. Давай, залази. Скалолаз. Быстрей. Оп. 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 Понеслась. А, я, в принципе, уже крафтанул шкаф. Очень надеюсь, что там не тамбур у него сбоку. В принципе, сейчас посмотрим. Попробуем заремувить. Кстати, здесь холодно. Нужно по-быстрому. По-быстрому проходить. Слушайте, довольно так тяжело прыгать по этим скалам. Хренеть. Там гусь, я не знаю... Через него, может быть, уже кто-то зарядил этот дом. Но, в принципе, шкаф стоит, а решетки стоят. Может быть, как раз владелец этого дома дом сам чинил. Без понятия. Но сейчас проникнем вовнутрь, посмотрим, что там будет. Стройка запрещена. Вот здесь вот стройка разрешена, кстати. Вот так вот. Шкафчик вот сюда. И ремув. Ремувы. Киянку. Дотянусь. Еее. Здравствуйте. Черт. Дальше стройка запрещена у нас. Второго этажа нету. Сейчас здесь пробегусь, еще посмотрю. Ага, вот сюда вот еще можно, наверное. Ну-ка. Достану, нет, киянкой. Ну. Не-а. У вас не хватает прав. Так, а если я еще шкаф сделаю? Сборка. Воткну его вот сюда. Ага. Попробую. Не-а. Стройка запрещена. Черт. Есть. Так. Я внутри почти. Ну-ка, 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 ну-ка. Есть. Черт. На второй этаж, к сожалению, я не смогу проникнуть. Придется... А, сихи класть. Ну чё, давайте. Рванем. Так, ну-ка, может быть, я с помощью патронов...
Сколько у меня их? Давайте сейчас сначала захерачу с помощью патронов, потом посмотрим, сколько останется. Ну-кась. Ой, как мало отнимает. Да, с помощью патронов бесполезно. Ладненько, кину стихи. Поимеем все-таки этот домик. Вот так вот, одну на дверь, и потом добью патронами. Сэкономлю, так сказать. Будет небольшой взрывчик. Есть. ХПшку установим. Опа! Здравствуйте, здравствуйте. Шкафчик. А вы не можете авторизироваться, так как не являетесь другом. О как. Это интересно. Пусто. То есть я не могу, да? Не-а. Смотрите. Не могу. Где у нас подъем? Наверное, вот здесь вот. Так, давайте. А раньше, кстати, можно было авторизироваться и... Я бы заремовил и просто-напросто лестницу поставил и залез бы наверх. Но сейчас, видите, такой штуки нету. Черт, лестницы нету. Твою мать. Хреново. Так, как мне тогда наверх проникнуть? Если я кину сиху наверх... Херли, давайте потолок скрывать. Надо же найти владельца. Или хотя бы, по крайней мере, немножко реса взять. Посмотрим, что наверху есть. Может быть, вообще нет ничего. Пусто? Слушайте, пусто. Ни хрена тут ничего и нету. Блин. Что за непруха? Давайте назад возвратимся. Там вообще бичевский дом был. И дверь бичевская была. Вообще не повезло. Пустота. Два спальника лежали там. Как вы видели. Рестов нету. Может быть, уже обчистили их? Странненько. Ладно, погнали назад. Еще один бичхаус есть, но там дверь деревянная. Попробуем туда зайти. В принципе, патроны есть, сихи кидать не буду. И так всрал уже. Сколько? 4 сихи всрал. И ресов не взял. Вообще пусто. Пустота. Да, давненько такого не было, чтобы я без лута уходил. Давайте найдем сейчас бичевский дом. Где-то здесь он стоял. В уголке. Вон он. Ага. Меня зарейдили, сука! Ну, бля, это раз, чувак. Так, вот дом. Что там отнимается? Ага. Попробуем проникнуть. Ух ты, ёпта. Чё-то медленно как-то отнимается. Чё такое? Пулемет заклинило? Жесть. Смотрите, у меня пулемет перекосило, он не стреляет больше. Так, перезарядка. Попробуем перезарядиться. Чё за хрень? Он не стреляет, мать твою. Глушитель. А, вот, глушитель сломался. Поэтому не стреляет. Я думаю, чё за бред? Прошу. Welcome. О, ребята, привет. Наконец-то хоть кого-то нашел. Такс, хпшку. Вот так вот. У него даже окна здесь есть. Ну что, пошмонаем чувака. Дача. Спальный мешок дача называется. Пустой. А, 587 дерева. Рецепт. У меня такого нету. Надо же. Шмотки все заберу. Арбалет. Где уже ряд, тоже можно будет изучить. Фрагменты пригодятся, пригодятся. Бандажи тоже. Так, шлепнем. Готов. И посмотрим, что здесь пусто. И пусто. Что ж все такие бичи-то стали, а? Ну жесть какая-то. Что за хрень? О, зато двери поставил. Зашибись. А вот еще ящик. Здесь пусто. Вода только и все. Больше ни хрена нету. Одноэтажная дача у него здесь. Дача. Съездил на дачку, да? Съездил на дачку.
Ну, в итоге, в общем, это обломные были рейды. Вообще, в принципе, ничего путевого не взял. Два дома пустые. В двух хозяин. В том доме, который на горе стоял, вообще жопа какая-то. Походу, его зарейдили. Я туда 4 сихи всрал. Жесть какая-то просто-напросто. Ну, что, сейчас я, короче, все это дело беру. Иду в дом. Выгружаюсь. И попробую еще дома поискать. Побольше. Какие-то бичурские. Ну, в принципе, я думал, здесь три дома стоят, думал, может быть, что-нибудь можно и взять. Но, к сожалению, такая вот хрень приключилась. Играли мы на серваке Азис Ясь Раст. Все ссылки в описании. Кому нравится, заходите, попробуйте здесь выжить. Может, кому понравится, останетесь, играйте. И увидимся в следующих частях. С вами был, как всегда, кто? Да-да-да-да-да, именно так. И пока.